Катар будет поставлять сжиженный газ в Украину. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Договор о поставках подписали во время визита главы украинского государства в эту страну. Транспортировать топливо планируют двумя путями. Через LNG-терминал в Польше и через Босфор. Кроме этого, страны подписали также еще одно соглашение о взаимном безвизе. Я хочу привітати всіх українців з тим, що нарешті нам вдалося домовитися і підписана угода про безвізові подорожі українців до Катару і катарців до України. Це придає ще більш вагу українському паспорту. Хочу нагадати, що Доха є авіаційним хабом. Ми запустили 2 літаки в день. Для того, щоб скоротити відстань, це трохи більше 4 годин, відстань між Києвом і Дохою, і покладаємо великі надії на це. Таким образом, Катар станет 86-й по счету страной, куда украинцы могут поехать без предварительного оформления визы. Все, что необходимо, это биометрический загранпаспорт и билеты. Речь идет об ограниченном пребывании от 3 месяцев до 1,5 года в зависимости от страны. В МИДе утверждают, что до конца этого года хотят выйти на рекордные 100 стран с безвизом для украинцев.